Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и сейчас мы быстренько с вами обсудим предложение за 5500 Т-34 Falcon. Что собой предложение представляет? Предложение вывалили в магазин, и я не знаю, честно говоря, кого оно заинтересует. Возможно, есть, конечно, игроки, которые захотят себе эту машинку за 5500 голды, либо за Real Money, но я, честно говоря, уже и сомневаюсь по поводу ценника, и в процессе объясню почему. Значит, смотрите, за эту сумму вы получаете Т-34, вы получаете не просто Т-34, вы получаете Т-34 Falcon, потому что именно такую приставочку в названии списка команды вы получите при установке легендарного камуфляжа и просто так вот для красоты обвесик в виде орла, который ну прям четко-четко смотрится на танке, здесь как бы не поспорю абсолютно. Вообще, честно говоря, мне Falcon нравится больше, чем Т-34. Я имею в виду характеристики, понятное дело, не меняются абсолютно, но его внешний вид, он действительно какой-то уникальный, нестандартный. И вот этим машина мне действительно нравится. Но это, скажем так, одно из немногого, чем мне на сегодняшний день нравится Т-34. Что еще получаете? Открытое все оборудование, слот в ангаре, абсолютно ненужный, по моему скромному мнению, аватар. Я вообще не понимаю, зачем они нужны в игре. Они ничего не дают, их видно только один раз, когда в бой заходишь. Вы получаете 25 сертификатов на X5 опыта, но только на Т-34. Определенного рода позитив в этом есть. Если вы будете катать на Т-34, будете побеждать, вы будете побеждать с увеличенным опытом, и этот опыт потом сможете использовать для того, чтобы прокачивать себе дополнительные скиллы вашего экипажа, в зависимости от того, куда захотите. Хотите на легкий, хотите на ПТ-шку, тут уже значения никакого не имеет. Возвращаемся к предложению. Помимо вот этих вот 25 сертификатов X5, вы еще получаете 30 дней према. Я, честно говоря, не считаю дни према, они мне не нужны. Может, кому-то и надо для того, чтобы ветки прокачивать, но все-таки мне кажется, что дни према это уже на сегодняшний день не совсем то, зачем необходимо гоняться и на что тратить свою кровную голду. Лучше эту кровную голду потратить на технику, чем на дни према, потому что дни према или часы према вы выбиваете периодически так или иначе из контейнеров, в ивентах, просто подарки от разработчиков. Короче говоря, ребят, дни према, они периодически и так у вас появляются. Я, честно говоря, даже порой не включаю себе этот прем, потому что он мне без разницы. Соответственно, если вы также смотрите на жизнь, как я, в отношении према, то их вы считать не будете. Ну а серебро, честно говоря, тоже как бы 500 серебра, но если бы еще хотя бы миллион, ну я бы еще понял. А так 500 тысяч, в принципе, на какой-нибудь годной, хорошей, премиумной машине, которая нормально фармит и на которой у вас получается нормально отыгрывать, вы можете 500 серых собрать себе, грубо говоря, там по максималке, ну за 10 боев, да, победных. Поэтому я не могу сказать, что 500 серы это то, что действительно должно впечатлить. Поэтому в целом давайте будем говорить откровенно. Вот так вот, если положа руку на сердце, вы отдаете 5500 за красивый танчик, ну, объективно, да, за красивый танчик, за возможность быстрее прокачивать ветки, если она вам нужна. Это, ну, возможность. И за 25 сертификатов, с которых сможете получить дополнительный опыт. Но, ребят, данная машина опыт косит не сильно хорошо. Потому что на сегодняшний день играбельность данной машины совсем не такая, как была раньше. Для тех, кто не знает, данная машинка, тот же самый Лёва на 8 уровне, где он тут у меня потерялся в ангаре. Эти машины можно было просто приобрести в ветке исследования. В любой момент зашел, купил и радуйся. И именно так все и делали. Фалкона я покупал отдельно. И в то время, когда я покупал, это действительно была просто таки мега нагибающая машина. На сегодняшний день он таким уже не является. Я вам скажу почему. Самая основная его проблема — это его орудие. Самое классное в этом орудии, это то, что оно имеет углы склонения минус 10, это действительно очень удобно на неровностях, и очень хорошую альфу для 8 уровня в 400 единиц. Но дальше становится немножко хуже, потому что у него очень сильно хромает на обе ноги. Время перезарядки это одна нога, и время сведения это вторая нога. И вот этими двумя ногами он хромает, зараза, в боях чуть ли не в каждом бою постоянно. О чем говорю? Говорю о том, что время сведения настолько унылое, что свестись и точно выстрелить в танк очень сложно. Особенно по подвижным машинам, коих на сегодняшний день в рандоме, ну прям хоть попкой жуй. Но даже если бы оставить вот это время сведения, то надо было бы уменьшить время перезарядки. И с таким тогда еще можно было бы как-то играть. Окей, долго свожусь, но часто стреляю.
Что касается времени перезарядки, то 12 секунд с учетом установленного дополнительного оборудования и всех вот этих вот ништяков, ну, как бы просто ужас ужасный. И если бы уже даже оставлять время перезарядки таким, я готов потерпеть 12 секунд за хороший шот в 400 альфы, но, ребят, время сведения тогда хотя бы сделайте там, я не знаю, 3,5, а не 5,6. Но все это необходимо, ребят, заценивать непосредственно в самом замесе, куда мы и отправляемся. Я сыграю сейчас на Фалконе исключительно для того, чтобы показать вам саму машину. Я не буду рассказывать про подвижность, сами все увидите. Ну а кому интересно, у меня на канале есть обзор на данный танчик, более подробный. Вот здесь вот наверху в течение видео всплывет подсказочка на данный видос. И кому интересно, переходите, посмотрите там, где рассказываю о пушке, о нюансах там и так далее. Что касается данных, в принципе, по танку, вы все можете их оценивать, безусловно, в характеристиках, но, ребят, согласитесь, данные в характеристиках машины, это еще не значит, что машина играется так, как там написано. Может быть, время перезарядки написано большое, но в игре ты его таким не ощущаешь. А может быть такое, что время перезарядки просто кайф, но ты этого не ощущаешь тоже в бою. Поэтому все эти вещи необходимо заценивать непосредственно в замесах, для того, чтобы ощущать, как машина играется, ну и, соответственно, иметь возможность принимать решение, покупать или нет. Поскольку покататься вам никто не даст на ней перед тем, как покупать, тест-драйва нет. Я бы рекомендовал вам подписываться на мой канал. Объясню почему. Потому что я не снимаю 20-30 видео для того, чтобы показать машину во всей его красе, сделать рекламу и сказать, что вот вам, нате, берите, must have, вы просто обязаны иметь эту машину у себя в ангаре. Нет, ребят, я показываю машины такими, какие они есть на самом деле, как они играются, уныло, не уныло, весело, не весело. Будете ли вы получать фарм, будете ли вы получать удовольствие, если вы среднестатистический игрок, если вы не скилловый игрок, если вы не нагибаете в каждом бою. Я, честно говоря, имел опыт с приобретением машин по рекомендациям мега-обзорщиков в YouTube, которые говорили, что у меня просто такое счастье в жизни начнется, когда я куплю себе какой-то аппарат. И показывали, что машина в бою действительно, ну, просто-таки мега-супер. Но когда ты берешь себе эту машину и начинаешь катать ее своими руками, ты понимаешь, что... Ну, прям не твоего поля ягода. Не получается у тебя настолько круто, как у того товарища, который машину рекламировал. А все по той причине, что одни ребята играют в день в танке, ну, грубо говоря, там по часу, по два, а кто-то живет в этих танках часами. Так вот, ребят, те, кто играют супер классно, они, безусловно, в любом случае отыграют любую машину лучше, чем вы. Если вы хотите понимать, как машина будет играться в ваших руках, если вы средний игрок, а не супер там какой-то навороченный, то вам и есть необходимость смотреть видео на канале у человека, который и есть средним игроком, а не супер скилловым. Поэтому и рекомендую, подписывайтесь на мой канал, я показываю честные обзоры. Я ни в коем случае не скажу вам, что какая-то машина прям must have в вашем ангаре, если это действительно не так. По крайней мере, если мы говорим речь с вами о ангаре, как я уже сказал, среднестатистического игрока. Я не статист, я не суперскилловый, да и, честно говоря, интереса врать вам и что-то рекламировать у меня нет абсолютно никакого. Мне никто за это денег не платит, да и, честно говоря, не надо мне за это денег платить. Я все-таки за честные обзоры. Итак, смотрим, что собой представляет Фалкон по результатам боя. Выжить у меня получилось, хотя на Фалконе в последнее время это редкость. Его довольно легко разбирают, на сегодняшний день его броня уже не настолько крепкая, как раньше. 2340 единиц урона, один фраг, знак классности второй степени. Теперь давайте заценим фарм. Фарм по данной машине 65600. Это с учетом того, что я играл с активированным прем-аккаунтом. Без прем-аккаунта 40 тысяч. Что касается нашей результативности, поверьте, далеко не блистаем, хотя старались как могли. Ну, в целом, ребят, второе место тоже довольно неплохо. Не могу сказать, что такие бои ожидают вас, ну, прям на постоянку. Нет, ребят, это абсолютно не закономерность.
случайностью тоже не назовешь. Отыгрывается машинка, я бы сказал так, где-то приблизительно на сегодняшний день 40-60. 40 успеха и 60 все-таки не сильно успешных для вас боев. Но такая правда, Т-34 Falcon на сегодняшний день всем его великолепным внешним видом и раскраской меня, ну, всегда завораживала даже элементарно вот эта пушка, которая создает впечатление, хоть это и нарисовано, как будто бы это прорезанное отверстие. Если бы разработчики реально здесь сделали выточки такие, танчик смотрелся бы просто улетно. Но это мое скромное мнение, как и то мнение о танке, которое я сейчас озвучил. Если вы со мной согласны, не согласны, не имеет значения, пишите в комментариях свое мнение. Единственная просьба к вам, не используйте нецензурную лексику, дабы не заставлять читать эту нецензурную лексику тех, кто не хочет ее читать, в частности, детей. Подписывайтесь на канал, возвращайтесь на мои видео, я стараюсь ради вас. Всех благ вам, всего хорошего, мира и спокойствия.